Привет, мои хорошие, с вами Фирс Вячеслав. Пришла такая вот мягкая посылка. Сейчас мы узнаем, что это у нас такое. О, ничего себе! Какая красивая ткань. Это китаец приклал. Так, как же мне открыть-то? Не хочет. Платье прислал. Новое платье короля. Смотрите, какая рубашка офигительная. Ни у кого такой нет, а у меня будет теперь такая. На самом деле я, конечно, шучу. Но рубашка-то, если бы такая была, еще под вопросом ее одеть. Это, короче, платье. Во. ХБ, то есть хлопок с длинными рукавчиками, хихи называется. Кто-то будет у нас его таскать, мадам. Ну ладно, если бы еще вышито, это было офигеть, вернее, очень красиво было бы. Ну и так. Очень издали кажется, как будто объемный рисунок. Мерить будем? Нет, мерить не будем. Ну ладно, всем пока. До новых встреч в эфире. С вами был Фирсов Вячеслав.